Всем привет, меня зовут Татьяна Андреева. В предыдущем выпуске я загадала загадку. Разговор. Она красная? Нет, черная. А почему она белая? Потому что зеленая. О чем идет речь? И правы были те, кто ответил о смородине. Ждем несколько секунд победителей. И это красотка Анютка и Диана Тян. Поздравляю, девчонки, с победой. Передаю вам обеим привет. Следующая загадка. Что поднять с земли легко, но трудно кинуть далеко? Пишите свои ответы в комментариях. Двум победителям я передам привет в следующем выпуске. Не за горами самый романтичный день в году. День всех влюбленных. И каждый из вас наверняка захочет поздравить своих близких с этим праздником. И даже простая забытая идея бесконечного кубика может стать отличным сувениром в этот день. Его можно подарить не только своему молодому человеку или девушке, но и подруге или другу, маме, брату или сестре, крестной, бабушке и так далее. Ведь этот забавный необычный сувенир не сможет оставить равнодушным никого своей оригинальностью. Сделать его очень просто, и сейчас вы в этом сами убедитесь. В этом видео я спрятала две такие пасхалки. Два самых внимательных зрителя, нашедших их, получат сигны от меня. Свои ответы оставляйте в комментариях. Итак, для изготовления этого сувенира нам нужен картон. Можно использовать картонную упаковку от чего-нибудь, все равно все будем заклеивать рисунками. На бумаге в клетку я расчертила такой шаблон сетку, чтобы не мучиться с измерениями на картоне. Подготовить надо 8 кубиков со сторонами 2,5 см. Под линейку повторяю все линии с шаблона на картон. Получается такая сетка. Для изготовления кубика нужна заготовка такой формы. Зачеркиваю лишние секции на сеточке, после чего отрезаю их ножницами. Все просто. Из этой детали формируем куб. Под линейку намечаем сгибы по линиям. После чего формируем кубик по этим сгибам чистой стороной наружу. Скотчем скрепляем кубик со всех сторон. Кубик готов! Как я уже сказала, нужно 8 таких кубиков. Теперь будем склеивать их между собой особым образом. Смотрите, берем вот эти два кубика и склеиваем их по этой стороне скотчем. Разворачиваем кубики и наклеиваем скотч тут. Кладем кубики на место. Далее склеиваем эти два кубика между собой скотчем тут и с обратной стороны. Кладем на место. Теперь берем эти два кубика и склеиваем их скотчем по этой стороне, также с двух сторон. Кладем на место. И еще эти два кубика склеиваем вместе с скотчем, как вы уже поняли, тоже с обеих сторон. Теперь нужно перевернуть все кубики, не нарушая их положение. Вот так. Сейчас мы будем соединять кубики в единую конструкцию. Склеиваем кубики по этой стороне. Не забываем дублировать проклейку скотчем с обратной стороны. Далее склеиваем кубики по этой стороне. Продолжаем склеивать тут. И в завершении склеиваем по этой стороне. В описании под видео я оставила ссылку на схему склеивания кубиков вместе с шаблоном самого кубика. Все, конструкция полностью собрана и функциональна. Классная штуковина получилась. Остается только добавить ей красок. По размеру сторон кубиков подготовьте картинки или надпись и наклейте их на поверхность бесконечного кубика. Свои картинки я перерисовала с экрана монитора. Нашла я их в интернете. Если вам понравились картинки с моего кубика, ссылки на них можно найти в описании под этим видео. Итак, картинку разрезаем на части по размеру кубиков. И как мозаику или пазл собираем ее на поверхности бесконечного кубика. Таким образом заклеиваем все стороны маленьких кубиков. И сувенир готов! Как видите, потратив всего 1 час своего времени, можно сделать привлекательный сувенир ко дню всех влюбленных близкому и дорогому вам человеку. Перейдем к пасхалкам из предыдущего видео. Одна пасхалка была расположена тут на моменте 00:34. Сейчас программа определит победителя. Это Биби Вика. Следующую пасхалку я разместила здесь на моменте 04:12. Победила Мария Есина. Поздравляю победителей, ваши сигны опубликованы в моей группе ВКонтакте. Не смогла я пройти мимо комментария Азы Гасимовой. Передаю тебе привет, зайка. Спасибо за твою поддержку. Автор лучшего комментария этого выпуска тоже получит привет от меня в следующем выпуске. Следи за выходом моих новых видео на моей странице в Instagram. Спасибо за фото ваших работ, выполненных по моим мастер-классам. Приятно видеть вашу отдачу. И если ты тоже хочешь поделиться своей работой, загружай свои фото в моей группе ВКонтакте в альбом «Ваши работы». Я с удовольствием покажу их в одном из следующих выпусков. Твое творчество увидят десятки тысяч зрителей.
И если ты еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайся. До новых выпусков и всем пока!